Приветствую всех на моем канале. Давайте посмотрим послание духов предков вашего рода. Что хотят передать, рассказать. Будем смотреть. Ищем карту рода. Ох, как, смотрите, последние карты выпал. Последние карты. Бывает такое. Ну, здесь мужчина какой-то заболеет за какие-то игры, за шабыши. Колдун какой-то, похоже. Болезнь этого мужчина прямо. Прямо болезнь. Трио. Безденежье. Княгиня. Ох, как хорошо. Женщина. Женщина с треугольника. Смотрите, у кого-то. Очень доступная женщина, я могу сказать так. У кого-то распутный человек. Вот в этом треугольнике по дьяволу, и еще она и ведьма, по дьяволу, да, разрушается, идут разрушения. Вы известие об этом получите. У них безденежье идет. И вот эти все дьявольские энергии, все разрушается, все летит. Летит в тартарары. Туда, оттуда, откуда они эти энергии вытянули. Смотрите, рот как закрывает прямо. Вам рассказывает историю вот эту вот и закрывает. Треугольник, женщина, третье лицо, доступное. Либо она здесь обращалась. Но уже, понимаете, она для чего тут доплатили, что у них уже безденежье, у них уже денег нет. Здесь все разрушается, здесь все летит. Я не знаю, кто тут прахом все пойдет. Известие вы точно об этом узнаете. Кто здесь? Давайте посмотрю. Развилка. Шабаш. Бесполезно все. Бесполезно все игры. У вас ключ, солнце и урожай. Хотят привязочки какие-то сделать, а все бесплодно. А вот и защита. Посмотрите, солнце влюбленное. Вот разбили сердце вам кому-то влюбленное. Треугольники вот здесь. Вот у кого что здесь такое? Знаете, как каша прямо. Потому что вам не очень хорошо. Как бы сейчас еще вот это вот. Здесь клевер, здесь излечение. Собака. Добро и зло, луна, леса. Нет, здесь очищение. Очищение от каких-то вот этих негативных энергий. Я говорю, а вот там вот. Там разрушения идут. Разрушение. Сила. Вот сила вас кто-то прямо защищает. Такой был расклад. Такое вам послание было. Смотрите за новостями какими-то. В ваш дом придут. Всего вам доброго.